На часах 13.07 начинается программа «Особое мнение» в студии Анна Лапшина и мой гость Михаил Шевелев, руководитель Офиса консультантов инициативного бюджетирования и председатель Совета по аудиторской деятельности при Вятской торгово-промышленной палате. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Давненько, я посмотрела, не было вас в нашей программе «Особое мнение». В рамках разворота вы приходили вместе с коллегами, как раз про инициативное бюджетирование говорили, а так, чтобы вот весь спектр тем разнообразных осветить. С февраля, по-моему, к нам не забегали. Хорошо, приступим. Ну, будут у нас темы и городские, и федеральные, в том числе связанные с экономикой. Но начать, конечно, надо с мероприятия сегодняшнего дня. Это прямой линии президента Владимира Путина. Которую мы пропускаем. Да, не можем в прямом эфире за ней следить. В отличие, кстати говоря, от посетителей Кировской налоговой, для которых ведется трансляция, как сообщили сегодня наши коллеги. Прям вот в прямом эфире они могут это наблюдать в ожидании, когда налоговый инспектор или специалист их примет и решит их вопросы. Ну, пока то, что я вижу, это то, что изменился формат. Нет в зале просителей, нет возможности у просителей задать неожиданный вопрос, как в свое время у Владимира Маматова про вятский квас. И уже есть первая такая реакция президента на актуальные вопросы, проблемы и жалобы, в частности, жалобы на резкий рост цен на бензин. Владимир Путин сказал, правительство виноват. Ну, не совсем так сказал, насколько я знаю, насколько я слышал в машине, пока я ехал сюда на передачу. Ну, на самом деле, действительно... Не досмотрели. Может быть. Но на самом деле формат, он, на мой взгляд, действительно, это, во-первых, инструмент. Нужно понимать, что это очень такой получился в сегодняшних реалиях очень интересный для государства, для президента инструмент. Именно прямая линия. Чем он интересен? Он интересен тем, что поступает, ну, насколько знаю, всегда больше 2 миллионов вопросов. То есть в какой-то год было 3,5 миллиона вопросов. Знаю, что перед началом трансляции на сегодня поступило 1,8 миллиона вопросов. И из них только порядка 70, на которые он отвечает. Что происходит с остальными? Остальные собираются. Полагаю, что сегодняшние системы обработки данных, которые существуют, они очень сильно прогрессировали. И, соответственно, есть возможность их систематизировать как по отраслям, так по регионам. И, ну, так сказать, создать определенный срез, как настроение жителей из глубинки, скажем, с мест, из муниципалитетов, так и, собственно, сделать определенную картинку по регионам, ну, совершенно, как бы, скажем так, с разными инструментами социологическими. И потом можно будет президенту, скажем, по каждому губернатору представить там картинку, как работает система, как работает система в регионе. Угу. То есть, что по свалкам, что по дорогам, что по благоустройству, что по социальным каким-то сферам, можно будет этот срез увидеть, и я думаю, что те меры, которые по ним можно будет принимать, они будут, ну, достаточно, скажем так, обоснованы. И эта папочка зеленая, которая у президента была раньше, она станет немножко толще, и будет ему более удобно управлять страной. Так, ну вот зачем это нужно Владимиру Путину, мы поняли. Ну, кроме явных целей, может быть, пиара какого-то, да, все-таки такой анализ происходящего в стране. Не за всем он успевает следить, я так понимаю, в реальном режиме все-таки. А зачем это надо людям? Вот люди пишут на прямую линию 2 миллиона вопросов, россияне. Причем вопросы самые разные. Кировские дольщики записали переулок Гороховский, 21, в надежде на то, что решится их проблема. Да? Родители учеников 24-й школы, противники строительства полигона в Осинцах. Люди-то получат ответы? Ну, на самом деле, к сожалению, у нас же ручной режим достаточно давно сложился, да, и у людей впечатление о том, что царь хороший, а бояре плохие, оно достаточно серьезно, ну, так скажем, я считаю, культивируется. И поэтому у людей складывается впечатление о том, что, вот, по сути, прямое обращение к президенту поможет решить эту проблему. При том, что дольщики очень четко знают и понимают, что, ну, надежд мало. Но засветились. И действительно, это, ну, такого рода, может быть, надежда на чудо. Надежда на то, что именно на
их проблему будет обращено внимание, и, собственно говоря, именно им помогут среди той массы проблем дольщиков, которые вообще во всей стране существуют. Это вот, ну, я вот только с этим сравниваю, потому что на самом деле, конечно, взять там дольщиков, взять вопросы свалок, вопросы там недостаточности мест в садиках и так далее, это же системные вопросы, которые, по идее, власть должна была решить еще много-много лет назад. Еще по крайней мере, о них подумать. Когда первые прямые линии еще начинались и задавали те же самые вопросы на них, между прочим. Так вот, к сожалению... Несмотря на то, что вот то, как Владимир Владимирович отвечает, вот хочется прямо вот, ну, сказать, давай зачетку 5, потому что отвечает очень хорошо, очень правильно и да. Очень, на мой взгляд, точно. Вопрос, основной вопрос, он философский, то есть он как раз связан с тем, а что мы строим, а то, каким будет завтра. И, к сожалению, очень часто эти философские такие вопросы размышлительные, да, в них, ну, правды-то нету. И как вот как сделать так, чтобы чиновник думал о том, что будет завтра, или там, ну, любой даже человек, любой, собственно говоря, там, житель страны, а не только жить сегодняшним днем. Вот это очень большой и серьезный вопрос, на который явно, во-первых, он не будет задан на прямой линии, а во-вторых, на него не будет ответа. И, к сожалению, вот отсутствие ответа на этот ключевой вопрос. Что должно такое случиться, чтобы чиновники думали о том, как завтра будут жить их дети в этой стране, вот, ну, превращает эту прямую линию просто в инструмент. В инструмент или в цирк? Или? Или в цирк. Да нет, почему? Это инструмент, он... То есть все-таки он реально работает? Я думаю, что каждый думающий человек, каждый переживающий о завтрашнем дне человек, он так или иначе смотрит. Мы же, когда говорили о топливе, так или иначе старались между строк услышать о том, что действительно будут приняты системные меры, которые не будут допускать роста цен, ну, в будущем, скажем. Причем не то, что роста цен, мы понимаем, что инфляция, рост цен должен быть, а неосновательного обогащения каких-то людей за счет наших природных ресурсов. И я, к сожалению, этого не услышал. Я услышал, между строк, к сожалению, совсем другое. Я услышал, что да, наши цены на розничном рынке, ну, так или иначе, приближаются к общемировым, к общеевропейским. И, ну, так как мы в глобальном рынке существуем, то мы должны приблизиться к этим ценам. Еще бы зарплаты в России, особенно в Кирове, приблизились к общеевропейским и общемировым. Вообще было бы прекрасно. Тогда мы должны еще говорить и о производительности труда, потому что, чтобы зарплату увеличилась... Мы работаем мало, да? Мы работаем плохо. Мы работаем, на самом деле, плохо, но я не готов сказать, что это из-за нас и из-за нашего нежелания трудиться. Это из-за тех, наверное, стимулов, благодаря которым желание жить, зарабатывать, развиваться, оно, ну, собственно говоря, должно быть у здорового человека. Когда ты живешь... зарабатываешь и делаешь это вопреки, получаешь за это недостойную зарплату и при этом вынужден себя постоянно в чем-то ограничивать, мне кажется, это не дает стимула для того, чтобы повышать свою производительность труда. Печально. Ладно. Михаил Шевелев, руководитель Офиса консультантов инициативного бюджетирования в нашей студии. Прервемся на полминуты и вернемся. Михаил Шевелев, председатель Совета по аудиторской деятельности Привятской торгово-промышленной палате и руководитель Офиса консультантов инициативного бюджетирования в нашей студии. Мы продолжаем. Но вот от проблемы дольщиков я бы хотела все-таки к федеральной такой теме обратиться. История с регулированием государственным долевого строительства. Буквально на прошлой неделе появилась новость о том, что с 2020 года в России могут полностью запретить продажу недостроенного жилья. То есть люди сейчас привыкли, покупают на уровне котлована, дом строят, цены на квадратные метры растут. Это удобно людям, это удобно застройщику, потому что у него есть возможность пользоваться деньгами, за которые он не платит. Ну, на сегодняшний день в системе, ну, я не согласен с тем, что удобно застройщику неудобно продавать, потому что все-таки возможность строить на чужие деньги — это, ну, достаточно большое благо, особенно для небольших компаний. Да, вот. Для крупных компаний, для вообще в той системе, которая сегодня сложилась в нашей экономике, когда происходит, ну, я бы сказал, очень четкое огосударствление, когда системы выстраиваются и укрупняются все, то есть, ну, этот тренд, в общем-то, очень логичен.
Ну, еще плюсом, если добавить желание все запретить, скажем так, да, ограничить, то есть не до... ограничить от ошибок неразумный народ, скажем так, да, вот, то это очень логичный ход, хотя, конечно... Ход логичный, чем на людях он отразится? Ну, во-первых, мы должны понимать, что рост цен в данном случае будет неизбежен. Во-первых, при переделе рынка неизбежно падение ввода квадратных метров, да, жилья. И, соответственно, будет какое-то определенное время, когда спрос будет превышать предложение, и таким образом цены, ну, будут расти. Это законы рынка. Законы, да, это закон рынка, который, собственно говоря, если еще будет продолжена поддержка ипотечного кредитования, то это автоматически произойдет. Вот. С другой стороны, можно еще начало вопроса, потому что пока пропустил. Чем отразится на потребителях запретительные вот эти вот меры по ограничению долевого строительства или полному его исчезновению? Мы, ну, поняли, значит, то идут маленькие компании, но это прежде вот всего, жилья снизится. Это прежде всего снижение конкуренции. Просто... Это снижение конкуренции, потому что уход маленьких – это автоматически, ну, как бы, как, скажем, консолидация больших объемов застройки и, соответственно, возможность установления цен для определенной групп компаний. Но ведь почему это произошло? Это произошло прежде всего потому, что тот закон 214, который, на самом деле, на мой взгляд, очень хороший. На мой взгляд, он предполагал достаточно жесткие и, как бы, предполагал организацию достаточного контроля на уровне государства для тем, чтобы не появлялось обманутых дольщиков. Но, к сожалению, отсутствие желания выстроить этот контроль. Ну, я могу привести пример. Закон действовал там с начала 2000-х годов, с нулевых, как бы, да? А вот необходимость проводить аудит застройщику появилась, ну, буквально вот, ну, совсем недавно. И даже при том, что она появилась, все равно застройщики стараются, ну, каким-то образом формализировать эту процедуру. И таким образом застройщик остается, ну, по сути, бесконтролен, ну, в расходовании тех средств, которые получают от дольщиков. Фактически большинство уголовных дел, которые мы видим на сегодняшний день в этой сфере, они заключаются в том, что да, это неквалифицированный финансовый менеджмент, который, ну, в силу риска, в силу кризиса, в силу определенных моментов, привел к тому, что ну, в какой-то момент они вынуждены где-то перехватываться, где-то получать более дорогие финансовые ресурсы и таким образом стали не справляться с исполнением обязательств. А учитывая то, что в нулевые годы, в тучные, ну, всегда спрос превышал намного предложения, то было ожидание, ну, как-то вот этот кризис проскочить. И когда этот кризис они не проскочили, при отсутствии контроля, при отсутствии, ну, достаточно железной финансовой дисциплины, появилось вот такое многообразие вот этих обманутых дольщиков. Ну, и компаний, которые компании, им должны. Да, да. По сути, мы имеем проблему, ну, большую, на самом деле, гораздо, ну, более сложную, чем дольщиков. Мы имеем проблему непрозрачных финансов, непрозрачного контроля за деятельностью организации. Такого же, как, в общем-то, и в государстве. Когда мы, зная о том, что вот много денег там выделяется, много денег расходуется, по сути, все равно не имеем достаточно четкого и квалифицированного доступа к тому, насколько эффективно эти деньги тратятся. И, собственно говоря, вот, может быть, почему еще, кстати, вот Кудрина назначили на счетную палату, и вдруг появилось внимание к счетной палате как к институту. Вдруг все как-то запереживали о том, что почему там расширяются полномочия, то, что сейчас вот счетная палата... Вот сейчас Алексей Леонидович-то всем устроит, да? Ну, скажем так, на самом деле у аудиторов есть очень серьезный ресурс, если они независимые аудиторы, очень четко и откровенно говорить по тому, что и как происходит внутри организации. Ну и, собственно говоря, даже если... Ну, это все по закону, это не означает, что это все, ну, эффективно и делается в целях, ну, там, капитализации компании, в целях, ну, как сказать, светлого будущего завтра. Этот закон, вот если все будет принято так, как предрекают нам СМИ и говорят о том, что будет повышение цен на рынке первичного жилья на 15-30% в зависимости от региона,
все-таки он сыграет во благо жителям России? Нет. Или в минус? Нет. Ну, вы представьте, то есть, по большому счету, например, большое количество техники, большое количество логистических ресурсов, складов будет саккумулировано в таких монстрах. И, собственно говоря, при желании построить что-либо большое на территории, там, в любом субъекте, да, за этот большой объект смогут бороться совершенно ограниченное количество компаний. Ну и я еще раз хочу сказать, что отсутствие конкуренции никогда не создавало благ для потребителей, которыми являются жители нашей страны. Поэтому снижение конкуренции, выстраивание более жестких вертикальных вот этих структур, выстраивание и усиление более крупных игроков на рынке, на экономическом рынке нашей страны, оно, ну, по сути, приводит к государствлению и приводит к, ну, такой непроворотливости. Может быть, в конкретном, там, в краткосрочном периоде, там, когда кризис, когда сложная внешнеэкономическая ситуация, это дает свои плоды и, собственно, позволяет компаниям выживать, позволяет сохранять рабочие места, позволяет, собственно говоря, там, ну, как-то планировать в длинную, то в отсутствии вот, ну, этих препон для развития, эти компании скорее занимаются сохранением, нежели приумножением богатств, нежели развитием. И мы это проходили в Советском Союзе очень четко. В общем, для всех это плохо. Хорошо, наверное, только для Владимира Владимировича, который больше не будет получать видеообращение от обманутых дольщиков через какое-то время. Я не уверен, что обманутых дольщиков будет меньше, потому что они будут просто крупнее. И называться по-другому. Ну, называться по-другому, да, то есть другие проблемы просто появятся. Потому что, ликвидируя одну проблему, мы можем совершенно элементарно нарваться на другую. Но я еще пособираю экспертные оценки по этому вопросу. Михаил Шевелев, руководитель офиса консультантов инициативного бюджетирования в нашей студии. Переходим к кировским новостям. Новость года, как я ее называю. Заявление губернатора Игоря Васильева о возвращении в Кировскую область авиакомпании «Победа». Сделано было в минувшую пятницу, уже обсуждалось неоднократно, все говорили, зачем, почему, как я понимаю, конкретики нет пока. Как вы расцениваете, это вот такой пиар-пиар просто, вот, ну, надо что-то как бы сказать такое прямо яркое? Или если первое лицо региона публично заявляет о том, что «Победа» возвращается в Кировскую область, это значит, что «Победа» возвращается? Вот чем я не люблю современные новости, это тем, что у нас анонсы... Это не анонсы, вы виноваты, это Игорь Васильев сказал. Ну, к сожалению, Игорю Владимировичу надо было что-то сказать, наверное, и он сказал то, что у него было на какой-то стадии договоренности. Причем говорил он достаточно аккуратно и с некими экивоками о том, что вот, ну, может быть, это будет. Высока степень вероятности того, что это случится. А, то есть это мы уже надумали, да? Ну, смотрите, нам ведь это не очень интересно. То есть нам не интересно, что будет. Нам интересно, что подписан контракт с «Победой», она будет летать каждый день, вылетает в 6 утра, прилетать туда, условно говоря, в 7. Вы в течение дня сможете отработать в Москве и вечером совершенно спокойно вернуться в семью. Вот это нам интересно. Если же появилась «Победа», которая будет летать в субботу, условно говоря, там, да, из Москвы в Киров, и в воскресенье из Кирова в Москву, ну или там, я не знаю, как, только в выходные, например, да, и, Победа, возможно, во время этого перелета будет, ну, совершенно не соответствовать нашему биологическому ритму, скажем так, да, то получится у нас следующее, что Игорь Владимирович никого не обманул, «Победа» пришла, но легче от этого никому не стало. И, к сожалению, вот эта новость и то, как ее сейчас обсасывают СМИ, она заставляет руководство нашего региона, по большому счету, сейчас делать все возможное, лишь бы «Победа» в какой-то части проявилась. И даже просто пусть выпустит релиз о том, что мы решили перенести это на 2019 год, будет сказано, ну, никто ж никого не обманул. Да, договорились же. Легче от этого никому не стало. И вот почему я не люблю современные новости, потому что новости современные, они, ну, чаще это либо какие-то анонсы, либо это сплетни. Нам очень стыдно. Хорошо и интересно разговаривать по фактам, потому что случилось, свершилось, ну и так далее. Я надеюсь, что в начале июля, говорят, что в начале июля будет конкретика какая-то, мы по фактам обязательно поговорим. Мы к этому уже так устанем. Регион может идти на какие-то уступки для компании или нет? Я сожалею очень о том, что вообще это случилось, и, на мой взгляд, это случилось. Это случилось в смысле уход «Победы». Да, совершенно правильно.
Потому что мне, в общем-то, как, ну, не то что не специалисту, но была понятна стратегия. Была понятна стратегия, которая базировалась на том, что необходимо для кировчан изменить сам уклад жизни. То есть сформировать возможность легких перелетов. То есть не думать о том, что может быть улететь или там на поезде поехать. Если есть возможность полететь, мы сели и полетели. И это, вот, это, на мой взгляд, тогда произошло, и логика была простая. Давайте увеличим пассажиропоток, насколько я помню, там до 200 тысяч человек. Да, и аэропорт будет окупать сам себя. И тогда уже на этой инфраструктуре, потому что проходимость 200 тысяч человек в год через аэропорт, на этой инфраструктуре можно начать зарабатывать, идти в плюс. И, соответственно, я ведь так полагаю, все равно в убыток-то не торговали, то есть не предоставляли взлетную полосу в убыток. Просто она была задействована. И вот эта логика мне как-то была достаточно симпатична. Потом, когда стали, ну, на мой взгляд, просто проявили некую неосмотрительность или там, может быть, небрежность в отношении с победой, победа позволила себе уйти. Она просто позволила себе уйти. Ну, потому что там в очередь стоят другие. Я тут не знаю, почему это произошло, и не хочу это комментировать, но это автоматически снизило пассажиропоток. Я последний раз летел в Киров за 8 тысяч рублей. При том, что в Красноярск. Из Москвы. Угу. Я летаю там примерно там, за 6700 рублей. Победой или другим? Перевозчик? Нет, другим лоукостер. Да. Даже не лоукостер? Нет, не лоукостер. Ну, U7, я не знаю. S7-Up. S7-Up, нет. S7. X7, да, я извиняюсь. Вот. И, собственно, вот эта разница мне, она как бы, ну, достаточно серьезно, не то что возмущает. Я не могу себе позволить летать за 8 тысяч рублей постоянно из Москвы или в Москву. Конечно, есть люди в Кирове, которые могут себе это позволить. Их не так много. В общем-то, для них, в общем, самолет-то летает на сегодняшний день очень небольшой. Там порядка 40 мест. И все свои? Ну, да, много знакомых. Ну, и даже те, кто не знаком, мы даже представляем, куда они летят, там, какой целью. Возможно. Вот. И поэтому это уже другой уклад. И мы лишились немножко этого, ну, этой мобильности, которая современному миру присуща. Люди перестали себя чувствовать жителем современного города, который передвигается быстро и относительно дешево. Я не хочу сказать, что вот я лично этому не рад. То есть я, может быть, этому не то, что там рад или не рад, но мой личный уклад, он может быть соответствовать этому. Мне сесть в вятку, уехать в Москву, ну, приятно. Собственно, вернуться точно так же, может быть, тоже не приятно. Не все любят ездить поездом. Не все любят летать. И всему не угодишь. Но для современного города наличие действующего аэропорта с большим количеством рейсов, это, в общем-то, необходимость и данность. То есть уступки какие-то, если победа их запросит, надо рассматривать, смотреть их обоснованность и идти на них. Отсутствие транспорта, отсутствие транспортной стратегии, отсутствие четкого понимания, собственно говоря, как ты можешь жить в этом регионе, оно тебя на сегодняшний день вычеркивает из географической и экономической повестки. Потому что это прямая корреляция с инвестиционной привлекательностью региона. Это прямая корреляция с будущим, там, не только доходами, вообще с будущей жизнью. И мы смотрим телевизор, мы понимаем, как все развивается, и видя то, что у нас происходит, конечно, происходит, ну, собственно, такой когнитивный диссонанс, и ты смотришь на другие регионы. У нас сейчас буквально вот полчаса назад здесь был Константин Сечихин, который рассказывал о том, что происходит в других регионах с платными дорогами, контролем за ремонтом дорог. И было ощущение, что Кировская область, да, действительно, живет в 70-х годах 20 века, а какие-то соседние, в том числе регионы, уже в 21-м. Ну, вот даже вот то, что там, ну, представьте, там, приятно видеть вымытые дороги, приятно видеть отсутствие грязи на дорогах в столице, в которой, ну, в столице региона, я имею в виду, в данном случае, я не говорю про Москву, и ведь раз сам делают, значит, у нас тоже это возможно, ну, почему нет? Давайте попробуем. Михаил Шевелев, руководитель офиса консультантов инициативного бюджетирования в нашей студии. У нас небольшая реклама и вернемся. Михаил Шевелев, председатель Совета по аудиторской деятельности при Вятской торгово-промышленной палате, руководитель офиса консультантов инициативного бюджетирования в нашей студии. Мы продолжаем.
Про инициативное бюджетирование как раз сейчас мы поговорим. Итоги конкурса президентских грантов подвели буквально вот на днях. 18 победителей из Кировской области получат значительные средства. Ну, там у всех по-разному. У кого-то 400 тысяч, у кого-то почти 3 миллиона. Я знаю, что вы тоже заявлялись на конкурс, но, к сожалению, не получилось на этот раз. Мы попали в большинство. Кто не прошел. С чем мы заявлялись? Ну, на самом деле, мы подавали второй раз грант. Первый раз подавали во втором конкурсе прошлого года. И подавали, в общем-то, с одним и тем же проектом. Это проект по поддержке Института независимых консультантов инициативного бюджетирования. То есть наш офис консультантов. Мы на сегодняшний день вынуждены действовать абсолютно, ну, скажем, в таком волонтерском формате. То есть ездим, участвуем в федеральных мероприятиях, проводим семинары по стране, в том числе для правительств различных регионов. Но делаем это не системно, потому что системно, чтобы выстроить эту работу, нам необходимы, естественно, определенные ресурсы, определенный толчок, определенная инфраструктура. И вот мы подавали с грантом на то, чтобы сформировать такой центр инициативного бюджетирования, который в течение полутора лет мог бы, собственно говоря, участвовать активно в жизни региона. Мы бы могли взять на себя часть функций, которыми на сегодняшний день занимают различные проектные центры правительства Кировской области, ну или, по крайней мере, помогать им в выстраивании диалога между властью, муниципалитетом и, собственно говоря, населением. То есть помогает людям с тем, чтобы им было более понятно и более доступно участие в различного рода проектах по благоустройству своей территории. Ну, вот я скажу, да, можно запутаться даже журналистам, потому что проектов много и никто не понимает. Условия, кстати, разные ведь везде, да, как это работает. То есть есть народный бюджет, который курирует Министерство финансов Кировской области. Есть проект ППМИ, самый массовый такой, да, который курирует Министерство социального развития. Еще что-то есть. Есть федеральные вот эти вот программы «Безопасные качественные дороги» и «Комфортная доступная среда». Что-то еще, может быть, я забыла. Да? И люди путаются. И ведомствам-то тоже не очень удобно, потому что тут один заявился, там другой заявился. Где-то они пересекаются, где-то нет. Ну, знаете, как бы получается очень интересно. Вообще тренд на более тесное взаимодействие власти и населения задан. Он задан очень основательно, очень конкретно, и в том числе с учетом тех федеральных проектов, которые существуют. Тот же проект там, «Безопасные качественные дороги», он так или иначе предусматривая проведение там публичных обсуждений нельзя по результатам. Нельзя без этого. Да, нельзя. То есть это же работа активистов, связанная с приемкой дорог в эксплуатацию, она в этой же части лежит. Комфортная городская среда, она непосредственно предусматривает работу с населением по выдвижению проекта. Заявки проектов. Надо. Да. И на самом деле вот эта вот массовость и различность структур, ну, вот вы перечислили министерство, да, она, все ведь как сводится у нас? Все сводится в муниципалитет. И вот те главы, те специалисты, их больше-то не стало. И так как на них, по сути, на их плечи падает эта вся работа, то у них что получается? У них получается множество начальников, множество требований, множество отчетностей, а они, действуя в рамках своего 131 закона, там тоже есть множество ограничений и множество форм, по которым можно это делать, они, ну, испытывают, на мой взгляд, на сегодня жесточайший стресс. Потому что, да, они действуют вроде бы в рамках своих муниципальных полномочий, занимаются тем, чем и должны, помогают людям. Вроде и деньги какие-то дополнительные появляются у них, да? Вроде бы и деньги дополнительные появляются, но на самом деле множество обязательств, и вот это вот может быть некое непонимание, потому что Минстрой там по-своему трактует, там Министерство социального развития там свои правила, Минфина там свои. Типология может быть одна, дороги и там можно делать, там, например, да. И все это заставляет, ну, нас как минимум, вот, да, нас, консультантов, думать о том, что это необходимо каким-то образом консолидировать. Необходимо выстраивать некий проектный центр, некое, может быть, там, ну, какую-то хотя бы там рабочую группу. Мы предложили создать совет по инициативному бюджетированию там, на базе вот этих министерств с включением Министерства экономического развития. То есть это в структуре правительства будут? Да, когда вот эти все вопросы, они, ну, позволяли бы
каким-то образом упорядочить эту работу, выстроить некий график, выстроить последовательность, разработать, унифицировать формы по работе с населением, потому что они ведь одинаковы на самом деле. И это бы позволило, ну так скажем, выстроить более тесные и понятные связи между муниципалитетами и государственной властью. И повысить доверие населения. Так, и что мы теперь? Написав... Что с рабочей группой? Ну, на сегодняшний день работа в этом направлении ведется. К сожалению, вот пара совещаний, которые назначалось, были перенесены. Но у меня есть надежда о том, что оно действительно состоится и будет принято определенное решение по этой консолидации. Вот временной промежуток, когда оно состоится, мы можем назвать? Понятно, что не от вас зависит. Сегодня очень определенный, как сказать-то, определенная формулировка перенесена на неопределенный срок. Очень определенная формулировка. Ну, формулировка очень определенная, все буквы и слова понятны. То есть мы ждем, мы в принципе понимаем, что мы планируем дальше работать. На сегодняшний день ведем консультации и переговоры с Пермским краем. Должен сказать, что в Пермском крае, например, вот эта вот консолидация, она приняла достаточно технологичный характер, они сделали портал «Управляем вместе», угу. который, опять же, можно было бы с какой-то степенью интереса для нашего государственного управления адаптировать для нас. То есть наши коллеги вот из Министерства социального развития, из Министерства финансов и Николай Плюснин, консультант нашего офиса, вот буквально вернулись из Кисловодска, с федерального семинара по инициативному бюджетированию. Там обсуждали очень много новаторских идей, которые на самом деле, ну, мы как бы считаемся неким флагманом, но мы сегодня очень быстро утрачиваем это преимущество, потому что другие регионы развиваются. Я напомню, что вот по результатам, по-моему, то ли прошлого, то ли позапрошлого года, из 4000 проектов по инициативному бюджетированию в России воплощенных за год, 2000 были реализованы в Кировской области. Ну, теперь, на самом деле, это уже не так. До 2017 года вот можно говорить о том, что больше половины всех проектов, которые были реализованы до 2017 mm-hmm. года в Российской Федерации, приходилось на Кировскую область. На сегодняшний день, конечно, масштаб некоторых регионов, он уже очень серьезный, он уже большой. И деньги там другие. И деньги другие, но там и подходы другие, но я хочу сказать, что и другие-то подходы, они ведь тоже хороши. То есть они позволяют так или иначе учитывать мнение жителей в развитии региона, прислушиваться к ним, повышать ответственность обеих сторон за, собственно говоря, за будущее территории. К сожалению, ну, процесс движется очень медленно. Я правильно понимаю, что есть опасения с вашей стороны, что каким-то образом замнут вот эту вот нашу, скажем так, лидирующую роль, функцию и наши лидирующие позиции в России, и через какое-то время, во-первых, мы это потеряем, во-вторых, жители разуверятся в этих проектах. Риск существует. Он существует, он очень как бы ярок, наблюдаем. И в принципе, ну, сейчас уже, чтобы быть первым, нужно, даже чтобы оставаться на этом месте, нужно очень быстро бежать. В следующем году будет десятилетие, собственно, реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области. Это mm-hmm. один из самых значительных проектов, который оказал большое влияние на другие субъекты Российской Федерации. И, ну, например, не отметить его, не провести какой-либо там хотя бы федеральный семинар, было бы очень... На территории области. Да, да, да. Я знаю, что наши коллеги общались со Всемирным банком, общались с НИФИ по возможности проведения данного мероприятия, и там есть очень большая поддержка. Иногородние гости и иностранные гости спикеры, приехать иностранные готовы, спикеры, да, учить готовы нас приехать. Готовы, но пока совещание перенесено на неопределенный срок. Михаил Шевелев, руководитель Офиса консультантов инициативного бюджетирования в нашей студии. Еще одна тема, которую хотела обсудить, но уже не успеваю. Это памятник, установка памятника царской семье на набережной Грина. В Великорецком крестном ходе собрали как минимум 4000 подписей в поддержку этого вопроса. Очень коротко, за или против? А кто спрашивает мое мнение? А вот так вот. Хорошо, Михаил, пойдете на общественные слушания, когда объявят? Не уверен. Не уверен. Не уверен. Я просто понимаю, что на общественных слушаниях эта формализация, да, принесут подписи людей, которые за. Кому он нужен? Зачем нужен? Мне очень интересно посмотреть сам памятник до того, как он будет установлен.
Интересно, чтобы была какая-то комиссия, которая съездит, посмотрит этот памятник и поговорит с тем меценатом, собственно, который, зачем он это делает. То есть, зачем епархии этот памятник? То есть, зачем вот это, ну, давайте место обсудим. Давайте как бы подумаем о том, собственно, как он может быть. Ну, у нас ведь даже памятник Дзержинскому появился. Я не думаю, что не должен появиться там можно памятник. Можно сказать, что в уголке его не видит никто, а памятник царской семье на набережной Грина будет установлен. Если да. Хорошо, обсуждение. Все, масштабное обсуждение. Нет, я думаю, что вот комиссионно, чтобы были представители общественности и администрации, и епархии, и посмотреть, что это действительно произведение искусства, а не некое втыкание никому не нужного объекта, лишь бы куда-то пристроить. Вот. Если это все будет присутствовать, ну, все равно все за не будут. Да, да, кто-то будет против. К сожалению, правда. Сегодня город не принадлежит горожанам, и поэтому мое мнение, оно в данном случае не влияет на принятие решений. Но, тем не менее, мнение должно быть выслушано и учтено. Говорит Михаил Шевелев, руководитель Офиса консультантов инициативного бюджетирования в программе «Особое мнение». Мы на этом завершаем. Михаилу спасибо. Слушателям до свидания. До свидания.